Доброе утро, дорогие друзья! С вами питомник-гортензия.рф Андрей Малышев. И сегодня мы хочу с вами поговорить о потрясающем сорте метельчатой гортензии, который получен голландским селекционером Гуидо Рувейтом. Сорт под названием Геркулес. Жемчужина для коллекционеров, как говорит сам селекционер. С огромными соцветиями до 50 сантиметров в длину. Это потрясающая гортензия Геркулес. И давайте посмотрим, как она сейчас у нас выглядит. Вот этому кусту сейчас уже 5 лет. Вот. Имеет очень прочную структуру побегов, которая не заваливается ни грамма. Даже при сильном ветре, даже при сильных дождях, таких, знаете, грозовых. Вот, она, ни одна ветка еще не сломалась никогда. И выдерживает такую, знаете, лютую жару. Вот как в этом сезоне очень жарко, нет практически ни капли дождя. И она прекрасно держит свою форму. Распускается она с легким оттенком лайма. Ну, практически даже белая раскрывается. Вот, и переходит очень так вот плавненько в такой, знаете, белый, белоснежный цвет. Возможно, не такой белый, конечно, как у гортензии Magical Mont Blanc, но гортензия Геркулес, конечно, она потрясающе нежная. Вы знаете, находясь вот возле нее, я вижу и просто в шоке от ее потрясающего вкусного аромата, запаха. Вот сейчас, может быть, мы не наблюдаем, конечно, пчел, шмелей, но буквально ближе к вечеру столько здесь шмелей окутывает просто весь куст, и они, видимо, берут пыльцу, потому что внутри ее крупных шапок присутствуют фертильные цветочки, вот они внутри, которые сдают вот этот потрясающий аромат, и они пролететь мимо просто не могут. Невероятные нежные переходы у Геркулеса, при том, что окрашиваться она начинает от такого светло-розового цвета, с самого низу и кверху. При этом макушка сохраняется в белом цвете очень долго. Есть, конечно, небольшое напоминание гортензии Vanilla Fries, либо Strawberry Blossom, но все-таки Геркулес имеет соцветия громадные по величине, которые могут достигать до 50 сантиметров и даже более. Высота куста в среднем 1,5 метра, 1,80 м. Длина соцветий, как я и говорил, 45, 50 и даже 55 сантиметров. Просто огромные соцветия. И давайте посмотрим рядом. У нас еще один куст Геркулеса. Он помоложе на год. Вот он. И при этом, посмотрите, здесь еще много цветков зацветает. Видите, только-только набирает, можно сказать, обороты. Вот его соцветия. Хотя сейчас уже, конечно, сентябрь месяц, но мы немножко дадим ей как бы прощение, можно сказать, дадим, потому что в этом году были очень сильные возвратные заморозки в мае месяце, в конце мая, достигали до минус 10 градусов у нас. Вот, поэтому у нас очень сильные гортензии пострадали. Вот, к примеру, Самарская Лидия, она восстановилась практически от корневой системы. Геркулес тоже очень сильно пострадал, но при этом перенес, наверное, мороз даже еще лучше. Вот. И посмотрите, какой величины соцветия. Они просто-просто громадные. Просто громадные. Невероятного размера. Вот. Просто величина сумасшедшая. Вот здесь вот соцветие в длину где-то 45 сантиметров. Вот. Даже если вот поставить обычный режим на видео. Вот. Здесь вот даже еле-еле вот на вытянутой руке влазит в кадр соцветие Геркулеса. Вот такой вот Геркулес. Настоящий Геркулес для вашего сада. Такой мощный, сильный, структурный, красивый и сияющий. И вот на фоне Самарской Лидии, вот именно белый акцент, вот этот, знаете, очень плавно переполняется, переходит. Смотрится, конечно, очень красиво. Здесь такое, знаете, вино Бордо, а тут такое вино Шато. И вот это вот Бордо и Шато вместе как-то, как колыбель такая, знаете, соединяется. Очень красиво.
Вот, поэтому сорт гортензии под названием Геркулес, это, конечно, потрясающая метельчатая гортензия, которая завоевывает внимание многих-многих людей. Вот, и наблюдая за этим замечательным сортом, вон там, кстати, пчелки работают внутри, вот, вон туда спряталась она, еле-еле ее видно, они прячутся, как правило, вот она, видите, трудится, собирают нектарчик-то с нашего геркулеса, вот. Кстати, можно геркулес использовать в ландшафтном озеленении в виде просто живой изгороди, вы можете посадить. Можно использовать просто как главное пейзажное растение на участке, либо посадить где-нибудь в том же саду, именно возле крыльца, либо посадить в таком, знаете, микс-бордере, где будете использовать, возможно, разные растения в комбинации с геркулесом. Смотреться будет очень красиво, потому что он такой сам по себе, с очень нежным переходом. Вот порой иногда, когда вы спрашиваете, а есть ли гортензия, у которой нежнейший переход? Вот есть белая гортензия, к примеру, там, фантом. Она уходит в такой немножко грязно-розовый цвет, но при этом она кипельно-белая с огромными соцветиями. Есть полярный медведь, есть Magical Mont Blanc чисто белая. Summer Snow пониже, тоже белого цвета. Но вот именно с такими нежными структурными переходами их не так много. Это и вот Sunday Fries, если взять, допустим, да, там Vanilla Fries в том числе. Возможно, Strawberry Blossom, но хотя он такой, наверное, более яркий. Вот, то Геркулес, вот, кстати, Royal Flower тоже мне очень нравится, королевский цветок который. Но именно Геркулес, вы знаете, я к нему испытываю истинное наслаждение. И я не зря изначально про него показывал, много роликов было. Снимал его на видео, как он меняется. И поэтому этот сорт, конечно, мне очень нравится. Я его просто обожаю. Вот, сорт Геркулес – это настоящая находка для многих садов, для многих участков. Вот, и сейчас вам покажу еще, кстати, у меня тут секрет небольшой спрятан. Геркулес, который в маленьком горшочке 2 литра всего лишь навсего. 2 литра. Вот, и сейчас я его вытащу отсюда. Вот, вот он, смотрите. Геркулес, ага. Вот, смотрите, вот это маленькая P9 была высажена в этом сезоне. Маленькая P9. Ну, маленькая. Но посмотрите, вы видите, какое соцветие он дал. Огромное соцветие из P9, вот в контейнере, в который была посажена 2 литра. Мощные прочные ветки, и вот, вот такие огромные соцветия он выдал. Так что потенциал у этого сорта, я так скажу, сумасшедший, просто сумасшедший потенциал. И всевозможно, я думаю, что такую замечательную гортензию стоит посадить в своем саду, потому что она очень интересная, она очень красивая, она неприхотливая, имеет высокую зимостойкость. Вот, зимостойкость ее достигает до минус 40 градусов, ну, 35-40. Вот вы знаете, когда иногда говорят, гортензия метельчатая, зимостойкость минус 30. Но мне всегда складывается такой вопрос. А если будет минус 35 или минус 36, что, она замерзнет? Да, конечно, нет. Метельчатые гортензии, практически многие сорта переносят морозы до минус 40 градусов. И это нормальное явление для них. Ничего в этом сложного-то нету. Вот. И когда спрашивают, а она зимостойкая? Я говорю, вы знаете, как бы вам так скажу, что гортензия метельчатая и гортензия древовидная – это самые зимостойкие виды растений для нашей зоны. Поэтому не зря каталог по гортензиям Татьяны Васильевны, она изначально это, на этом делает акцент, что именно древовидные гортензии и гортензии метельчатые являются самыми зимостойкими гортензии для нашего региона. И в этом случае стоит их у нас сажать. Вот, вот такая самарочка. Темная, видите, какая уже становится. То есть она вот эту вишенку дает на торте, как говорят. Вишневый этот цвет. Вот, потрясающей красоты. Но сегодня у нас обзор про Геркулес. Про Геркулес. Поэтому безумно его люблю. Мне он очень нравится. И в этом случае я думаю, что он понравится не только мне, но и понравится вам. Если вы хотите посадить себе гортензию с нежнейшим переходом, я думаю, что лучшего сорта вы просто не найдете. И в этом случае Геркулес даст вам этот эффект. Так что с вами я не прощаюсь.
До новых встреч. Пока-пока-пока. Жду обязательно лайки. Подписывайтесь на наш канал «Розовое дерево». Говорите своим знакомым, говорите своим близким, что есть такой замечательный канал по обзору гортензии, конечно же. Но мы будем снимать не только гортензии, мы будем рассказывать про малину. Для примера, вот совсем скоро я буду делать обзор про малину «Школьный сад». Я про нее обзор уже, в принципе, снимал. Потом обязательно обсудим про такое растение, как смородина черная, смородина красная, смородина белая, смородина зеленая. Вот, какая только не бывает. Также расскажу про замечательную голубику, клюкву, бруснику, чернику. Вот что, чем мы тоже, в принципе, занимаемся. Ну и, конечно же, подмосковные рододендроны. Это тоже наша замечательная тема, которую мы тоже обсуждаем и будем обсуждать. И зимостойкие сорта винограда для нашей зоны, которые не требуют укрытия на зиму. И много-много культур, которые мы будем снимать и будем рассказывать. Это крыжовник, и в том числе жимолость. И много-много интересных культур, которые я обязательно буду вещать на нашем замечательном канале YouTube «Розовое дерево». Вот, поэтому подписывайтесь, будем делать обзоры, будем рассказывать, как мы их кормим, будем рассказывать, как мы их сажаем, будем рассказывать, как мы их размножаем. Ну и будем давать много-много полезной, интересной информации. Ну и, конечно же, ездить по гостям, потому что я люблю ездить по гостям. Буду в гостях, возможно, в этом сезоне в питомнике Лескова. Вот, у Татьяны Васильевны обязательно что-нибудь поснимаем для вас. Вот, возможно, Татьяна Васильевна в этот момент будет, и она нам что-то порасскажет про свои новые сорта гортензии метельчатые. Вот, ну и, конечно же, возможно, может быть, еще у кого-то побываем, но у кого именно, это большой секрет. Поэтому ждите анонсов, ждите новостей, как говорится. Вот, и вам вот такая картинка. Гортензия Геркулес. Вот он, красавец, богатырь Геркулес, настоящий Геркулес.